Перед началом видео хочу объявить о розыгрыше, что надо делать все в принципе как обычно. Вы оставляете в комментариях ваши социальные сети ВКонтакте или Фейсбуке и делайте так, чтобы страничка на них была открыта, чтобы я мог написать вам сообщение. И в следующем видео, в конце следующего видео, я прикреплю, где я разыгрывал, там просто какой-то рандомный генератор, то есть рандомная выборка комментариев. И, соответственно, будут известны победители в следующем видео. С вас лайк, подписка и оставить ваши социальные сети в комментариях. Ну что ж, давайте начнем это видео. Всем привет, с вами, да, уже маг, а не ТХ. И я хочу магу сейчас поточить агатионы. Сейчас добавили агатионы, наконец-то люди их столько ждали. У меня 20 тысяч монет, и я куплю по 10 вида каждого, в принципе. У меня есть, ну его пока нету, но он у меня есть, третий браслет, поэтому 3 агатиона для меня потолок. И я выбрал самые интересные, пожалуй, которые могут быть для мага. Это, во-первых, у нас будет физатака и матака, во-вторых, криты, шанс всех критов. И третье, я долго думал между защитой и, соответственно, скоростью каста. Ну, я думаю, что мы возьмем скорость каста. Давайте по 10 каждого купим, как я и говорил до этого. И посмотрим, как они вообще точатся. Потому что, как они точатся, пока неизвестно. Говорят, что шанс у них, ну, такой себе, как у плаща примерно. Я до этого никогда агатионы не вскрывал и не точил. Поэтому, ну, давайте посмотрим. Будем точить лесенкой, всем известным способом лесенкой. Смотрите, он на один точится безопасно, что ли? О, вау. Все так просто, оказывается. А, на 3 точится безопасно, давайте на 3 все заточим, посмотрим, как там дальше пойдет. В принципе, на 5, на 6 я был бы счастлив. Я думал почему-то, что они горят сразу, но, видимо... О, вау, неожиданный сюрприз, да и довольно приятный сюрприз. В принципе, до 5, до 6, я думаю, доточить, хотя, может быть, после там 3 какой-то шанс, 5%. Я еще не смотрел нигде, кстати, эту информацию. Но я вижу, что люди активно на 8 точат, везде тут аннотации вылезают, что кто-то заточил на 8. И знаете ли, как-то уже даже завидно становится. Кажется, что их точить легко, но это понятное дело. Когда вы видите аннотацию, не думайте, что кто-то с первого раза это сделал. Да, есть индивидуумы там, которые сделали с первого раза, но в основном люди эти плащи берут, просто весь инвентарь себе закупают, либо поясами весь инвентарь закупают. Кстати говоря, кроме агатионов, добавили ящики на 10 сразу плащей, например, на 10 сразу... Что у нас там еще? На 10 сразу плащей, на 10 сразу поясов и на 10 сразу талисманов Евы. Добавили эти ящики, они стоят тоже там по 6 или 8 тысяч, я уже не знаю. Давайте посмотрим. Вот, по 10, по 4 тысячи стоит. Кстати, не так уж и дорого. Так вот, вы сразу, я бы здесь только пояса имел, я вижу смысл здесь брать только пояса, просто потому что все остальное в принципе, то есть плащи вы можете и так купить, хотя 10 плащей, это тоже охрененно. Подождите, я не ошибся, там 10 плащей реально? А, нету 10 плащей, извините, дракон, пояс дракон, талисман Дэн, талисман Евы, что переборщил с плащами, значит, было бы странно, потому что один плащ стоит 600 монет, а вот 10 стоит 4000, то есть, ну, очевидно, что стоит скупать плащи и точить их на 10 сразу. Так вот, вернемся к талисманам. Люди очень долго ждали талисманов, наверное, агатионов, извиняюсь, полгода ждали этих агатионов у нас на сервере Crimson. И наконец-то, я думаю, они сейчас все очень счастливы. Блин, эта заточка займет довольно много времени. Я думал все это быстрее сделать. Люди довольно счастливы и очень даже счастливы. Я видел там на стримах, бугуртили, были недовольны, типа, когда уже будут талисманы, полгода прошло. Ну, агатионы, извиняюсь, агатионы, агатионы, агатионы. Сейчас скажу 10 раз, чтобы не путаться. Так вот, агатионы. Довольно неплохая штука, но что они дают? Это надо проверять. На 4 зашло, давайте-ка дальше точить. Я знаю, что на 5 на 6 их реально точить, и они вроде как даже заходят хорошо на 5 на 6. Но если они дают какие-то хорошие параметры, то я скажу, что стоят они не так уж и дорого. Типа за 4000 монет, за 6000 монет можно купить 10 штук. И хотя бы на 4, они даже на 4 пока что заходят как-то бодро, честно говоря. Не хочу сглазить, но... Блин, мне нравится. Я был готов, знаете, с новой стоит готовиться к худшему, потому что предыдущие вот эти сундуки мечты, я подкрывал их очень много, особенно вчера, когда акция закончилась. То есть,
Не знаю, когда это видео выйдет. В общем, вчера только акция закончилась. Я их пооткрывал, хотел сделать камни третьи все. В итоге, ну вы видите, ничего не зашло на три. Вот так вот осталось, на две коробки. Ну это какой-то просто кошмар. Все зашли на четыре. Я не знаю, что с ними не так. Но они, может, на пять они уже ломаются, типа. Блин, на пять зашли. Что это? Так и должно быть, или на меня какая-то магия действует за точки? Потому что я слышал, что на 5, типа, выше их уже нет смысла и никто не точит. А ну вот, наконец-то ломаться начали. Ну что ж, у нас один трай на 6 будет, а не вейт, то есть, возможно, даже несколько будет попыток на 6. Но на 5 это и была моя цель, на самом деле. Все точнуть по-бомжовскому, понемножку на 5 и радоваться жизни. А, уже 3 попытки будет на 6 даже. Возможно, один из них зайдет на 6. Потом посмотрим, какие параметры они дают. Стоят ли они вообще того. Все-таки две коробочки я залил, да? Мне еще на ТХ, может быть, придется точить. То есть я просто посмотрю, хватит ли 2,5 коробочек на то, чтобы заточить. Ну, смотрите, на 5 они, да, на 5 они уже заметно тяжелее идут. Так, на 6 давай. Ну, на 6, видимо, они совсем уже не пойдут. Хотя я здесь вил на 8 точили. Да, что-то на 6 не хочет малышка идти. Вау. Ну, видимо, 5, да? 5 вполне реально заточить. Может быть, даже случайно на 6, да? Видите, случайно, рандомно на 6 залетел. И спасибо за это. Все. На 6 есть. Давайте посмотрим, что он дает. Так, ну, если на него нажать, то он дает шанс... Увеличивает шанс удержания усыпления паралича. Неплохо. Так, давайте посмотрим по параметрам, что он дает. 2012 атаки, 2090. Хм. А, он еще физзащиты дает, смотрите-ка. А, ого, физатаку и матаку на 7%, удержание усыплению 5%. Маг защиту 12%. Слушайте, извиняюсь, слушайте, ну неплохо, это очень неплохой параметр, я считаю. Блин, извини, грифончик, наверное, тебе придется... Да, наверное, тебе придется погулять, грифончик. Хотя, блин, он целый один физзащиту давал. Давайте теперь следующий Агатион помучаем. Также на 3 сейчас все. Надо было для вас подготовить, вы извините. Я понимаю, что надо было для вас подготовить и все на 3 заточить для начала, перед началом видео. Но, блин, я не был готов, я первый раз в жизни точу эти Агатионы. И понятия не имел, как они вообще точатся. Но я думаю, что при таких вот шансах, как сейчас я вижу, вполне реально себе будут заточить на 5 на 6. На 5 на 6 и... Неизвестно, когда в следующий раз будет эта акция. Люди жаловались, что ждали ее полгода. Поэтому я вижу смысл сейчас точить. Видите, 2,5 коробочки. Ну, кстати, для кого-то 2500 рублей, это много. Но, сами понимаете, в реалиях Эссенса 2500 рублей это вообще ничего. Вы как будто бы ничего не делали. Вот что 2500 рублей значит здесь в Эссенсе. Но если вы заточите здесь на 5 на 6 агатионы за эти 2,5, то поверьте мне, ну это очень хороший параметр. Целых 7% М-атаки и П-атаки, блин, это очень жирно. И при том, что шанс-то в принципе неплохой, я вижу. Кстати, по ссылочке в описании вы можете всегда скачать игру, и я за это получу бонус и смогу больше делать для вас вот таких вот вещей. Еще я где-нибудь ее размещу вверху экрана, чтобы люди не забывали, потому что действительно забывают, а там, ну... Маленький бонус, но если вы активно все это делаете, то в конце месяца мне хватает на одну коробочку иногда даже. Так вот, сейчас мы с вами поточим талисман под названием Прочелла, который будет давать скорость каста. Скорость каста, скорость атаки и расход МП уменьшать, что, кстати, очень полезно для мага. Это хороший агатион для мага, я считаю, но вот видите, вот этот вот Петрам тоже довольно неплох. Петрам дает физзащиту МДФ. Это, кстати, Петрам очень рекомендуется каким-нибудь танком, потому что физзащиты МДФ танкам не хватает постоянно. Но я решил упороться именно в дамаг, в скорость каста, в урон именно за мага. Потому что, ну, основная задача мага это выдавать максимальный ДПС. Конечно, выживаемость тоже очень нужна волшебнику. Но первоначальная задача стоит все-таки выдавать ДПС по всяким РБ... Я случайно на 5 заточил. Что-то я заболтался и случайно на 5 заточил один из агатионов. Реально случайно, так иногда бывает. Так, эфирный удар у нас. С помощью случайного создания кто-то выбил. Неплохо. Джимми Танцор.
Кто-то у нас, блин, ну, видимо, у нас 1 на 5 так и останется, наверное. Хотя, может быть, из них кто-то еще зайдет на 4. Нет, смотрите-ка, пока что только 3 талика. У меня сразу какая-то, знаете, в этой игре у меня сразу, как только я вижу сломы, все, у меня сразу начинается какая-то депрессия. Я считаю, что сейчас будет ломаться все, потому что здесь действительно один слом за другим, это нормальная вполне себе вещь, когда идет один слом за другим. У меня так бывало с камнями вот этими, на которые я вам уже говорил. Я потратил кучу сил, энергии и средств своих. И, блин, ну, только на ТХ смог сделать более-менее какие-то интересные камни. Так, ну, 5 у нас есть уже, в принципе. Одна попытка будет на 5, скорее всего, без негатива, да. Я не пытаюсь там, 2 попытки будут на 5, окей. Ну, если не зайдет на 6, то я оставлю себе просто на 5. Окей, на 6 зашло, спасибо большое. Блин, вполне реально пока что, как, насколько я вижу, сделать одна попытка на 7 даже будет. Себе агатионы, 5 и, блин, 2 попытки будут на 7. Да вы что придумали такое? Давайте-ка, давай, 1 на 7. На 7 зашел агатион, черт возьми. Ну, тратить, конечно же, на 8 я не буду, потому что, извините меня, я хотел бы, чтобы мой ник появился где-то здесь, но, блин, не по средствам это все тратить. Давайте посмотрим на 7, сколько он будет давать. И 50... А, плюс 50 скорость атаки... так, еще раз. Скорость атаки, скорость магии 50. Расход МП для умений минус 4%. И вот этот расход МП умений минус 4%, пожалуй, самое важное, что он дает. И это просто охрененно. Просто охрененно. 50 скорость каста и минус затрат на ману. Это очень хорошо и очень жирно, я считаю. Так, открываем... А что они сюда боялись, интересно, упасть? Так, и здесь последний агатион, который шанс критической атаки дает, что тоже очень немаловажно для ММов всяких, для других, в принципе, магов, которые... Тем более сейчас, вы видели, Бенира сделали так, что шанс по вам критов, он уменьшает там на 16 или 18%, я уже не помню. И сейчас упарываться в шанс критов стоит, конечно, максимально, потому что сейчас все топы заточат себе биниры, и в них хрен когда пройдет крит потом. Поэтому шанс крита, особенно магам, я думаю, повышать надо очень сильно. Я не знаю про даггеров, работает ли этот шанс крита именно на абилы, либо он только на физический крит с руки дает и эм-атаку, то есть атаку магии. Если, потому что очень часто бывает, ну, например, почитайте, что дает циркон, да, физическая критическая атака, то есть именно когда вы с руки бьете, он дает. То есть даггером циркон имеет смысл там только 5, а потом 6-7 брать, когда их апнут там. Потому что он будет давать мощность критов именно абилам. Сейчас же циркон там 2-3 дает только просто с руки у вас крит и все. То есть я тоже упарывал в даггера себе этот циркон, думал, он очень полезный, но нет. Тогда как, например, вот агатион, циркон дает, видите, силу критических атак магическими умениями. И если агатион дает то же самое, то это будет, ну, супер шикарно. В принципе, можем проверить это прямо сейчас. Шанс всех критических атак 4%. Возможно, я не прав. Возможно, слово «всех» обозначает, что действительно всех, и шанс... Нанести физический, критический удар, нанести с абилы даггера тоже присутствует, возможно. Хотя там, по-моему, нужно по уязвимым местам ему качать. В общем, я этот вопрос решу. Обязательно решу этот вопрос. Где-нибудь почитаю на L2 Central, спрошу людей, которые шарят. Давайте точить на 4, в общем. Сейчас посмотрим. На 7, ну блин, я считаю, что это вот у нас очень бодрый заход на 2,5 коробки, заточить на 6, на 7 такие талики, то есть, ну это жирно. И я скажу, что точатся они довольно благородно, то есть на 5, на 6 точатся, блин, сглазил, мне кажется, сейчас, что Небула пошлет меня нафиг и не зайдет даже на 5. Небула, родимая, давай-ка. Ну, на 7 у нас перчела, пердочела, вот этот вот, зашел на 7, это, конечно, просто шок-контент, потому что и на 6, то есть, ну, блин, шанс заточки какой-то реально крутой. 2500 рублей, и, пожалуйста, вы можете, в принципе, спокойно рассчитывать на 4, потому что на 4, ну, видите, они идут без проблем, а то и на 5, то есть. И про 6-7 я не говорю, потому что точно они там, ну, сами видите, плоховато, но на 4-5, почему бы и не... попробовать. Ну, последние попытки. Так, на 5 есть один. На 5 есть. Пока что точится, ну, у нас 2 попытки уже. Одна попытка, извиняюсь, есть на 6.
Возможно, кто-то из малюток залетит даже на 6, потому что на 6 было бы самый кайф его заточить. Но видите, пока что он решил сломаться. Еще раз. Вот такой вот любит иного. Когда начинает один ломаться, ломаются инсисофт, не знаю, кого мне винить. Ломаться начинают все остальные за ним подряд. Ну ладно, 1 на 5 мы оставим хотя бы. Но не зайдет, так не зайдет. Один будет, значит, на 5. Ну ничего, это тоже неплохо, да, не зашло. Так, посмотрим. И 7%, время перезарядки умений минус 1%. Ланнистер заточил там себе на Сайху, поздравляю. Шанс всех критических атак 7%, время перезарядки умений 1%, минус 1%. Очень крутой. Жалко, что он не зашел на 6, иначе там было бы, ну, совершенно другие параметры, насколько вы знаете. На этом у меня все, давайте еще раз пробежимся. 7% к физатаке, шанс удержания пролечает другие 5%, к М-атаке, физатаке. На 7 у нас прочела дает скорость атаки, скорость каста 50 и расход МП минус 4%, полезная для магов, особенно расход МП. И здесь у нас шанс всех критических атак 7%, время перезарядки умений минус 1%. Довольно неплохо все это получилось за 2,5 коробки, учитывая, я считаю, что это неплохой был трай. Не забывайте про конкурс, конечно же, про конкурс не забывайте оставить ваши социальные сети в комментариях под видео. Всем спасибо, хорошего настроения, всем пока!